Сегодня сделан очередной шаг к созданию в области системы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Министерство строительства и ЖКХ отправило тексты соглашений компаниям, которые выиграли конкурсный отбор. После подписания дело перейдет к утверждению конкретных тарифов. Предполагается, что вывозить мусор по новым правилам в нашей области начнут с мая. За сбор и транспортировку отходов будут отвечать региональные операторы. Их три. У каждого своя территория. Обязанностей немало. Сгрузить мусор, провести обеззараживание, сортировку, со временем организовать раздельный сбор, вывести все это на полигон. Еще одна задача – борьба со стихийными свалками. Если собственник земельного участка по предложению регионального оператора не уберет свалку, значит, региональный оператор должен будет эту свалку убрать, но потом взыскать потраченные им деньги на уборку этого мусора собственника земельного участка. Но пока все это на словах. Сейчас региональные операторы ведут подготовительную работу, несмотря на то, что давно трудятся в этой сфере. Нужно утвердить тариф и заключить договоры со всеми потребителями. Главное – объяснить собственникам, за что они будут платить. В квитанциях появится новая строка. Впрочем, многие жители уже вносят деньги за вывоз отходов. Эти средства учитываются в пункте содержания многоквартирного дома. Сейчас за вывоз мусора все платят по-разному. Кто-то 1,5 рубля с квадратного метра, а кто-то 52 рубля с человека. Теперь тариф для всех будет единым. И на сумму платежа будет влиять не жилплощадь, а количество проживающих, что вполне логично. Сказать, сколько именно мы будем отдавать за вывоз ТБО, пока невозможно. В Великом Новгороде, скорее всего, сумма будет чуть больше той, которую собственники платят сейчас. С районами все сложнее. Некоторых из них мусор организованно вообще не вывозят. Люди за это не платят, потому что пока некому. Подробнее о том, что изменится в системе вывоза твердых бытовых отходов с приходом региональных операторов, смотрите в ближайший понедельник в программе «Новости. Главное за неделю». Вероника Лебедева, Галуст Гивандян, «Новости. Новгородское областное телевидение».